Да, дубль два. Да, мы что-то думали убрать тарелки, мы уже тут все съели вообще, вот все съели, все пусто. Было так густо, было так красиво. А Алиса сейчас говорит: да, Наталья Викторовна, давайте еще пивка, сейчас я спою. А ты... Ну что, пошутить, что ли, нельзя? Ладно, Алис, съела, хорошо. съела, хорошо, ладно, молодец. Алисонька, ну, а ты можешь и без пива спеть. Я могу и без пива спеть, да. Ну, давай, давай. Не, ну на самом деле я спою песню, с которой началась моя, с позволения сказать, музыкальная карьера. Да что ты? Да, потому что когда мне было годиков 5, я могла петь только, когда меня никто не слышит, за закрытой дверью. А потом деда Ваня мой спел мне песню следующего содержания. Ну, давай. Перестанем водку пить, будем денежку копить. Как накопим рублей 5, купим водочки опять. В общем, ребеночка это впечатлило, конечно. Я спела бабушке, спела маме. Потом была еще песня. Мы рождены, чтобы водку пить и пиво, а если нет, очищенный бензин. А если нет ни водки и ни пива, мы будем пить батайский керосин. Ой, В общем, как бабушка с мамой реагировали на это? бабушка с мамой сначала сказали, ну зачем же так, а потом они дедушке спасибо сказали, потому что после этого я начала петь А, то есть нормально. это у тебя начало было Меня прошибло, да. твоей карьеры. А потом я пошла в школу. Первый Музыкальную. класс, в обычную. А, в обычную. В обычную. Музыкальную меня бы, наверное, после этого не взяли бы. В общем, я пришла в первый класс, у нас был урок музыки. И ты там выдала тоже? Я спела вот это, да. Когда спросили дети, какие вы знаете песни, я спела про водочку. А когда я поступала в школу, у нас был вступительный экзамен, ну такой типа, чтобы вообще понять, что ребенок может. А мне лет-то мало было, я в 6 лет пошла. Ну как, на день рождения в сентябре, я получилось, я пошла, мне было без 10 дней 6 лет. В общем, это очень рано, и они вообще не имели права брать меня в первый класс. Ну как бы у них выхода не было, потому что когда одно из заданий экзамена было, тебе дают резиновые животные, ты должен пощупать и определить, кто это. Так. И я... Ну, у меня дома тоже это все было, я вообще в детстве животных любила, это была моя просто тема, в которой я знала все. Но я и сейчас очень много из этого помню. В общем, животное это было все у меня. И мне дали корову и быка. Я это все потрогала, определила. Потом, уже когда все сдали, уже как бы, ну все, меня берут. Ну, меня спросили, ну что, Алис, тебе как нравится, как экзамен? Я говорю, да, мне все понравилось, только у вас корова без вымени и бык без яиц. Алиска, молодец, В общем, слушай. после этого как бы вопрос о том, куда меня брать, он не Вообще, стоял да, не больше. стоял все. Какая ты девочка неординарная, дорогие друзья. Это была Алиса Калина. Вы еще ее неоднократно увидите, как пальца еще неоднократно выйдет зайчик. Погулять, погулять, погулять. И услышите.